14 октября состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Люберцы. Согласно решению Совета депутатов, на пост главы муниципалитета избран Владимир Волков. После выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы под аплодисменты зала на сцену поднялся избранный глава. Вступая в должность, Владимир Волков принес присягу. Вступая в должность главы городского округа Люберцы, клянусь уважать, защищать права и свободы человека, гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, законы Московской области, Устав Московской области, Устав городского округа Люберцы. После присяги Владимир Волков выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей будущей работы в должности главы округа, а также добавил, что главный принцип, которым будет руководствоваться – власть для людей, а не люди для власти. Поздравляю вас с этим событием. Мы вам будем во всем помогать. Я со своим позицией, мои коллеги. Безусловно, мы сделаем все то, чтобы Люберцы при вашем участии, деятельном участии, сохранил ту самую изюминку, ту самую лидерскую позицию на территории Московской области. Нам нужна стойкость, выдержка. Нам нужно, чтобы мы берегли своих людей, чтобы наши предприятия работали, чтобы наши образовательные учреждения, здравоохранение, культуры, спорта не позволили омрачить детство наших детей, не позволили потерять хотя бы одного человека, если мы не смогли бы системно ему помочь. Поздравили избранного главу городского округа Люберцы коллеги. Я с ним работал еще в качестве депутата и в районном совете, в городском совете. Он был главой Краскова. Я видел, как, когда он был главой Краскова, как Краскова начала расцветать. Быть и главой Переславль-Залесского, и мэром Ярославля. И сегодня, с учетом того, что это наш коренной житель, с учетом вот этого громадного накопленного опыта, человек возвращается в свой родной город. Владимир Михайлович, я хочу пожелать, чтобы он берег себя. Потому что он отдается на 100%, а может быть на 150%. У него всегда было стремление добиваться поставленных задач, не жалеть себя, делать все для того, чтобы жители чувствовали его поддержку и его силы. Внутренние силы для того, чтобы слышать людей, находить возможности их решения. Он человек энергичный, мы с ним и раньше контактировали. И решали многие вопросы на территории. Желаю ему терпения, конечно же, здоровья, и чтобы все его помыслы и силы были направлены на то, чтобы наш родной любимый город Люберцы развивался, с каждым днем становился краше, лучше, жизнь становилась комфортней, был мир и порядок на наших с вами улицах. Владимир Волков избран на должность главы округа сроком на 5 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.